Доброе утро, друзья, зрители, а также гости моего канала. Сейчас мы с вами выехали в районный центр, село Ганюшкино. Такая вот сейчас вот погода, непонятная утром. Ночью под утро мороз, сейчас вот уже все тает, слякоть. Вечером сейчас опять все будет подмораживать. То гололед, то грязь, то гололед, то грязь. Все уже течет, все мокрое, асфальт весь грязный, в грязи. Так, вот мы сейчас подъезжаем к селу Богатый. Или же, как сейчас по новому названию, Амангельды. Вот оно, село Амангельды у нас. Бывшее название села Богатый. Ну, у нас еще впереди где-то километров... 30 километров еще впереди, да? Приблизительно. Так, и вот наконец-то мы подъезжаем к селу Телячи. То есть это по... И Приморье его называли, и Телячи называли его. Кто как называет его? О, смотрю, рыбаки сидят. Что-то ловит, что ли? Ну да, что-то клюет, походу. Здесь вот коров выгуливают. Отправляют на водопой. Приморье сейчас называется село. Село называется Приморье. Оно, в принципе, так и называлось раньше. Приморье, Телячи. Местный байкер. Погодка, конечно, не айс. Грязище капитальное. Ну вот мы и проехали село Телячи. Едем дальше. Сейчас вот здесь вот на пешеходе перейдем. Давай. Так, видео для своего блога. А. Вот. Мы уже сейчас вот в селе Ганюшкино. Здесь вот уже грим-база. Вот здесь тоже рыбаки сидят. Три, четыре, пять, шесть.
24, 25, 26, 20. 27, да? 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ох, ничего себе, здесь тоже лед оказывается. Толстый. Да, где здесь парк в эти? Ну пойдем, давай, види. А. Да. Это бывший магазин Султан. Так, пойдемте. Где там ворот? Вон там. Дом культуры. Супак. Так, вот, заходим в Центральный парк. Ну, один единственный. О, спасибо, сам. Так. Там вон горки есть. Давай вот этой домой. А? Давай. А что с ними? Я не знаю, у тебя какие планы? Ну, можно это. Сначала просто сфоткаться, типа вот-вот, пришли в парк. Ага. А вторая идея, можно свечки. Третья идея. Да. Сигарики. А я в снег побежал. Так. Это добра, как тут написано, Курмангазы. Полиция. Полный парк. Улица какой-то Зои Жанибековой. Нет, это школа Абая у нас. Абая Кунамбая? Да. Правильно, это школа Абая. Вот. И прикол, что сейчас Абая Кунамбая, это здесь не танцует, да? Спасибо.
Это бывшее здание ГАИ. Ну, оно сейчас так и действует. На наши ГАИ. Ой, дай после аварии машина. 14-я. Ну. И это тоже после аварии. Стоит. О, тут машин много после аварии.